Ох, нифига ж себе! А, так, надо осмотреться. Посмотрим поближе. Что тут у нас? Окей. Все, не уйдешь. Пригодится. Нужно.
Вот он! Вот он! Нужно сжечь оставшиеся гнезда. Гори, ублюдок! О, тебе конец! Вперед! Он наш! Черт, патронов мало! Надо перезарядить! Скотина! Убили, убили! Уходим отсюда! Сбоку заходит! Пойдет. А я и не знал. Я потом вернусь сюда и сожгу то, что тут осталось. Скотина, а ну отойди от моего байка! Ты у меня набегаешься! Убить! Убить! Ничего ужасного.
Все на том же месте. Сколько же должно пройти лет, прежде чем это разрушится? Лагерь беженцев. Уж лучше бы вы, ребята, остались в Одище. Ни черта они не смогли для вас сделать. Долбанный. Не здесь.
точно? Закрываться где угодно, только не здесь. Этот лагерь мой. Мы? Хватит с вас. Давай выйти из моего лагеря. Сколько же вас тут сволочей, а? Это последний. Привет, милая. Да, я с ними разделался. Больше они тебя не потревожат. Привет, это снова я. Дик, я должна тебе сказать. Эй, да просто рука, ничего страшного. Ты говорил, нельзя возвращаться, но я не послушала. Я знала, что становится хуже, но я... Ну да, кто же мог знать, что все так быстро. Да нет, ты не понял. Я не знаю, как я буду жить, если потеряю тебя. Это я виновата. Эй, никто никого не теряет. Я же обещал, помнишь? Дикон, стой! Идем скорее. Тут ребенок. Ну? Эй! О, эй, что с тобой? Не бойся, мы найдем твоих родителей. Сара, надо идти. Стой! Она меня ножом! О, черт. О, нет. А, что, сильно? Я не знаю, наверное, не очень. Так вот, прижми это как можно крепче. Бежать можешь? Бежать нет, но идти могу. Ну, уже неплохо. Мы почти на месте. Ладно. Тут же было полно федералов. Да, наверное, эвакуировались. Да-да, конечно, удрали. У нее жар. Нож, похоже, задел почку. Рана загноилась. Как дела, сестренка? Как глупо это все. Ребенок, это... Был маленький ребенок. С большим ножом. Эй, помоги мне. Давай. Давай. Там дома. Надо скорее отсюда валить.
Нам нужно на крышу. Посигналь какому-нибудь вертолету. Отдохнешь, и станет лучше. Эй, тихо, тихо. Она ведь была прямо, как моя сестренка. Когда мы играли в прятки, она всегда накрывала голову одеждой и думала, что ее... Меня, конечно, тоже пыряли, но не так. У нее жар. Господи, ты глянь. Надо уходить. Туда мы не пойдем. Так, идем. Ладно, главное, сможешь встать? Сейчас. Ну, бухай, я помогу. Поведи нас отсюда. Черт. Вы убили! Вы убили мою жену! Эй, тихо, тихо, стойте, стойте. Что делать? Так, короче, ты отвлекаешь, я попробую уйти сзади. Ладно. Ничего, ничего, давай. Иди давай. Пошел ты! Сэр? Эй, я безоружен! Я безоружен! Уходи! Нет, послушайте меня! У меня там жена, она ранена. Мы хотим пройти на крышу. Пошли вон отсюда! Нас ждет вертолет. Вы убили! Слушайте. Вы убили мою жену! Мы ни при чем. Слушайте, я ничего не знаю про вашу жену. Я соболезную. Мы ни при чем! Мы ни при чем! Убили мою жену! Отдай пушку! Мою жену! Боже! Убили ее! Хватит! Убили ее! Хватит! Хватит! Что такое? Идем. Эй, стойте, стойте, она ранена. Что с ней? Она не... Короче, она не как эти, ножом прыгает. Я больше не подниму. Ладно, слушай, О'Брайен, если ее не доставить в больницу, она умрет. Но больниц больше нет. Да ладно, как это нет? У вас же врачи, приемные, мобильный госпиталь. Да я только что окончил колледж. Я волонтер, меня тут и быть не должно. О'Брайен? Ладно, черт. У меня место еще только на двоих. Как это на двоих? У нас перегруз, ясно? Я могу взять двоих. Ну ладно. Давай, помоги мне. Ну ладно. Потерпи. Ты поправишься. Я держу. Эй, я вернусь за тобой. Так, Бухарь, пошли, нам надо вертолет. Стой. Нам надо вертолет. Я его слышал. У него-то место на двоих. Иди. Будь с ней. Я справлюсь. С нами ведь и похуже бывало. Да уж, бывало. Куда вы летите? Что? Куда летите? Лагерь беженцев на запад от трехпалого Джека. Послушай, Бухарь без меня точно пропадет. Сделал.
Ты спи спокойно, ладно? Я тебя скоро навещу. Я знаю, ты бы этого не хотела, но... Наверное, Бухарь прав. Я не могу себя перебороть. Ну, в общем, я еще вернусь. Бухарь! Еще один вертолет Неро! Какого черта они тут делают? Вот так. Порядок. Радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Сегодня я думал, с чего все началось. А началось даже со Второй мировой. В 47-м федералы приняли этот, как они его назвали, закон о национальной безопасности. А этим бессовестным законом
Они нагло присвоили себе право в любой момент взять под свой контроль железные дороги, автодороги, радио, да все, что им будет угодно. Теперь федералов нет, а мы все еще здесь. Несем миру свет правды. Правда в том, что я все знал. Уже много лет назад были фотолагеря смерти Нерв, которые строили для нас, граждан Америки. Мне не верили. Если бы хоть кто-то возмутился, ничего этого не было бы. И знаете что? Это не повторится. С вами Марк Коупланд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Ну, в одном ты был прав, Коул. Все эти лагеря Неро действительно оказались лагерями смерти. Только не в том смысле, в каком ты думал. Точно не откажусь. Спасибо, брат. Отбой. Начинай, а? Я просто охочусь на фриков, понимаешь, Бухарь? Только ради наград я туда и таскаюсь. Уйди с дороги! О, клыкачи. Черт! Завалил. Погоди, они замедляются. Видимо, будут садиться.
я не ранен. По-моему, это предупредительные. Если бы они целились в меня, я был бы уже мертв. Дик, я давно говорю, ты на тот свет хочешь. Да ладно, не бойся за меня. Отбой! Транк не действует! Ай, еще как действует, иначе он тебя уже башку подгрызет! Давай, док, скорее! Да успокойся, ты уже твореныш! Они идут! Еще минуту! Ну что, уходим! Уходим! Быстро! Все назад! Пошел, пошел! Быстро, давай! Давай, взлетайте! Посмотрим, что тут после вас отдай, мелкий говнюк! Гаденыш, это мое! Я, короче, сам не понял. Походу, фриков пасут. Они держали шакала в аркане, как будто хотели прикрепить к нему трекер, что ли. Чего? В каком смысле пасут? Ну, типа, изучают. Ловят образцы какие-то, берут и выпускают. Типа, как биологи на Discovery. К ним фрики подвалили, эти сразу свалили. Снарягу оставили, рацию. Стой, ты же не думаешь, что Сара... Нет, не, я... Я не знаю. Я просто... И он жив, Бухарь, жив. О'Брайен. Один из них, из Неро. Я просто их выслежу. Ну, постараюсь. Я хочу добиться ответов. Черт. Ладно. Я скоро уже смогу ездить. Я помогу тебе. Если этот гад жив, мы его найдем. Из-под земли достанем. Еще поговорим потом. Конец связи. Ну, О'Брайен... И где же ты? Thank you.
Привет. Здрасте. Я тут заблудился. Может, вы подскажете? Ты тут заблудился? Да, я ищу Old Bell на провод, но тут что-то ни одного указателя. Слушай, ты что, издеваешься? Нет. Что? В чем дело? Что? А, круто. Ну, просто зашибись. Ну, зашибись. Просто класс. Так что, подскажете? Что? Извини, понятия не имею, где этот Белнук, Белнак, или как его Белнап. Там? Белнап, да, вот это. Я не знаю, что это и где, ничем не могу помочь. Значит, нет. Нет. А, ну, хорошего дня. Эй! Вот ведь. Можешь тебя подвезти? Да, будь добр. Рада, что ты наконец догадался. Я сам. Я Дикон. Оу, пардон, неловко вышло. А как мне сесть на эту хреновину? Ну, это должно быть очевидно. Просто... Перекинь ногу. А, ладно. Сейчас. Села. Эй! Эй! Держись крепче. Большое тебе спасибо. Нет проблем. Просто оказалась в отрыве от цивилизации. Да ладно, есть тут цивилизация. Вот рядом Крейзи Уиллис, а еще... Ну, я в смысле, что сеть не ловит. Я так и понял. А, ясно. Ну, ладно. И что такая красивая девушка забыла в таком месте? Знаешь, сама задаюсь этим вопросом. Я провожу исследования. Ну, изучаю всякое... Спасибо, а то я не знал, что такое исследование. Извини, я изучаю растения. Изучаешь растения? Да. Точно все нормально? Да, все нормально, просто... Господи. Эй, да тут и сеть. Привет. Да, все в порядке, но... Это твоя машина, это реально корыто. Эвакуатор нужен. И она... Я не знаю, где-то... Я не знаю, трасса где. 42. Трасса 42. Да, около мили проехала. Ну ладно, до скорого. Мы поехали назад к машине и будем ждать эвакуатор. Я не знаю. Ну ладно, не вопрос. Когда те парни вернутся, они будут рады тебя подвезти. Так, хорошо. Ладно, только дай дышаться. Они вернутся в любой ладно, момент. Ладно, ладно, все, поехали. Только на этот раз поосторожнее. Ты же на самом деле не заблудился, да? Это как посмотреть. Вот бывшая моя тебе скажет, что я давно заблудший. Ну, тут ты явно все дороги знаешь. А ты, значит, не местная? Нет, я из Сиэтла. Компания, в которой я работаю, открыла тут лабораторию и... Вот я переехала в это захолустье. Чтобы изучать растения. Точно. Ну да, я ведь уже сказала. В общем, наша компания проводит исследования для одной биомедицинской фирмы. И некоторые из растений, с которыми я работаю, довольно редкие. И они растут здесь. Ничего приятнее я в жизни не слышал. Да вы охренели. Клиент,
У нас тут гости. Черт. Ну что, поумнел? И кто это у нас? Я большой злой байкер. Я ж ему еще раз. Ну что, я брат, нравится? Давай, взломи ему. Уже не такой лами. Крутой, да? Ты, я смотрю, намеков не понимаешь. О, неплохо. Да. Сейчас мы его получим. Он у нас все поймет. Что, нравится? Ну нахер валим отсюда. О, Господи. Ой, мамочки. Не-не-не-не. Мамочки. Эй. Извини, пожалуйста, я не знала. Я просто глянула в твою сумку. Да все нормально. И подумала, я же могла кого-нибудь убить. Ну, Господи. Для этого тебе пришлось бы как минимум прицелиться. Я никогда ничего такого не делала. Все в порядке, я они уже свалили. Я увидела это в твоей сумке. Ты молодец. Знаешь, что мы сейчас сделаем? Мы сядем здесь и будем ждать твоего парня. Ладно. Спасибо. Я никогда такого не делала. Да? А так не скажешь. Правда? Такер, лагерь Hot Springs, вы слышите? Мне нужны подробности насчет девчонки в Мэрион Форкс. Дикон, я тебе рассказала все, что знаю. Молодая девушка. Погоди, Ларсон видел ее у Хангри Джеймс. Это блинная у Восточного моста. Ну да, блины и лесорубы. Знаю такую. Ладно, начну оттуда. Давай, ты главное доставь девчонку ко мне. Нам тут на днях одни намады кое-какие пушки доставили. Может, тебе что-то пригодится. Буду иметь в виду. Конец связи.